Двукратную олимпийскую чемпионку Елену Зумолотчикову встречали у входа в школу. Ученики начальных классов выстроились в коридор с букетами цветов. Елена призналась, что столько цветов одновременно ей не дарили даже на Олимпиаде. Для меня большая честь, да, быть частичкой этой Олимпиады, как-то доносить, что спорт – это здорово, олимпийское движение – это здорово. И большое спасибо, что пригласили. Так как ведут сейчас детей в спорт, это не сравнится с тем, вот, что было буквально 5-6 лет назад. Сейчас интерес к спорту у родителей возрастает опять. Это, конечно, очень огромная, колоссальная работа пропаганды, да, Олимпийского комитета, здоровый образ жизни, конечно же, Олимпиада. То есть Олимпиада такое делает очень благое дело нам на будущее. Дети – это наше будущее. Я думаю, что после... А после нашей Олимпиады еще больше поведут в спорт, ребята, вот увидите. Елена Замолотчикова побывала в спортивном зале 7-й школы на мини-соревнованиях учащихся. Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, Елена первой в мире в 2000 году исполнила опорный прыжок сальто назад, прогнувшись с поворотом на 720 градусов и наскок на бревно. Она с улыбкой наблюдала за простыми упражнениями физкультуры эстафетой. Сегодня Елена ушла из большого спорта и тренирует ребят в школе Олимпийского резерва в Москве. Вы знаете, только-только начала работать, у меня я взяла, как говорится, с нуля детей, набрала это с мой набор, и в данный момент мы готовимся на детское первенство Москвы, поэтому какие-то для меня успехи в тренерской карьере есть. На теоретический урок встречу школьники ждали Елену в актовом зале. Всем хотелось задать свой вопрос высокой гостье, награжденной в 2006 году медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа регион.